подработать себе удобнее вперед и уже с более удобной позиции удара наносить вторым касанием. Ну а вот так Хави Лара забивает мяч почти с нулевого угла. Так закрутил мяч полузащитник Эйбара, что он перелетел через Ньяута Субикарая и влетел в дальний угол. Замечательный гол, один из самых красивых мячей в этом туре. Конечно же, здесь